ГИБДД совместно с Общероссийским народным фронтом провели очередной этап акции «На дороге чужих детей не бывает». Ребятам напомнили о правилах дорожного движения, особенно для пешеходов, а родителям, в том числе и тем, которые водят автомобиль, что они пример для своих детей. На память о важной встрече всем вручили яркие подарки.